Всю эту яркую палитру и атмосферу даже на пустующей сцене сейчас создает один человек. Его рабочее место расположено выше всех и дальше всех зрителей, а его профессия называется художник по свету. Юрий Горяев собирался связать свою жизнь с ремонтом электрооборудования. Но вышло так, что после окончания профессионального училища он устроился в Дом культуры имени Горького. Сначала просто рабочим. Позже случай определил его будущую профессию. В один прекрасный момент для меня, а для кого-то и нет, световик на известный конкурс «Веснушка» не вышел просто на работу. И меня попросили помигать, как сможешь. И после увиденного они все прибежали, и такие, все были в восторге, что у них никогда ничего не мигало и ничего не делалось. И тут у них все стало хорошо. И с тех пор я работаю в ДК. С тех пор, как Юра удачно помигал на городском конкурсе «Веснушка», прошло почти 20 лет. Все эти годы он остается верным своей профессии. Достаточно такая разнообразная работа. Нет никакого однообразия, и одно мероприятие отличается от другого, поэтому ничего не искал даже и не собираюсь. Он не только погружает зал и сцену во тьму в нужный момент, и наоборот, он помогает создать нужное настроение на сцене, добавляет трагичности или веселья, каждый раз усиливая режиссерский замысел. Правда, до недавнего времени ресурс у художника по свету был более чем скромный. Очень все просто было. Так как оборудование здесь стояло, ДК Горького, прожектора были 37-го года. Старый прибор можно было только включить и выключить. Нынешнее оборудование позволяет воплотить практически все замыслы. Сейчас в арсенале художника по свету 37 современных световых приборов. Они используются на самых разных мероприятиях. Это тематические концерты в Доме культуры и на городской площади, с элементами театральных постановок, с вокалистами и танцорами. Это выступления музыкальных групп. У каждого мероприятия своя специфика. Самое трудное вот бывает, что приходит и говорит: «Здравствуйте, нам вот надо что-то сделать». А что сделать, никто ничего не говорит. Вот тут нам надо помигать. А где помигать? Работаем мы с творческим отделом со своим. Вот там, понятно, все конкретно расписано. Где что включить, как что, зачем поставить. Картинки, чтобы какая нужна. Тут все понятно. Концерт ГПД, допустим. Я могу включить свою фантазию. Включить немножко фантазии, и мне никто ничего не скажет. И все скажут, только все хорошо. То есть есть те, с кем уже приятно, да, и понятно работать. Которых я знаю, людей, которые доверяют мне. И я им. Очень скромный, но при этом улыбчивый и добродушный, верный своему делу. На вопрос, бывают ли внезапные отказы в работе оборудования, отвечает отрицательно. Как подготовишь, так и отработаешь. Как запрешь, так и поедешь.